Узнают ли казанцы известных татарских деятелей? И себя проверите. Кто? А, ну это Виктор Цой. Нет, у нас нет таких. Подсказочку могу сразу сказать. Говорите. Певец. Певец. Про Салканчай что-то поет. В школе изучали. Салават. Салават Купере. Фатхандинов. Немножко эсгене вам сложнее будет. Это писатель. Есть улица такая. Такташ? Нет. Габдулла? Тукай. Ой, это, наверное, образовал как раз-таки татар-монгольскую игу. Педагог, просветитель. Не знаете? Не знаю. Марджани. Марджани, точно. Татарский деятель, который сейчас существует, и часто мы его видим. Это Миниханов. Все верно. Знаете, кто это издалека? Вот, узнаете, кто это? Миниханов. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Подскажите, пожалуйста, можете сказать? Я не знаю. А сколько узнали вы? Пишите в комментариях.